Как тут дали, мы курили тут. Все, все как сейчас курили. Сейчас там взрывотехники закончат, и мы пошли определять дальше места. Да. Через 200 метров стоят под домами, не отходят, как там в сентябре было сказано, да? 3 дня бомбили. Вчера за детьми бежали, наши, ВСУ, 3 дня, целый день, ночью, позавчера, позапозавчера, постоянно, с наших вот блокпостов. Я понимаю, с наших блокпостов стреляли? Украинских, да. Туда, да? Нет, они стреляли и туда, и на Толоковку, и куда-то туда они стреляли. На по все стороны, и все ближайшие. И потом ездили, в балки становились, вот там на улице становились и стреляли. А из чего стреляли? Я в этом не понимаю, но по звукам из тяжелого оружия стреляли. Звуки просто сошли. По свинарникам становились. И вот, видите, вот здание, вон вот, вот там, вот за теми зданиями, крыши. Вот там вот они находятся, оттуда стреляют. Как вы думаете, сколько тут метров? Метров 230. И не в ответ стреляли, а стреляли сначала они постоянно. Стреляли. Мы ждали, боялись, дрожали ответ. Вот, дождались. И это все со старого Нового года еще длится. Эти последние 3 дня, это что-то ужасное. Окей. 72-й год, да? Прожила с Бендером 45 лет. Бендер он был, да, с Ровенщины. Ну никто никогда не сказал, чи Бендер он, чи... Греки никого никогда не обижали. А теперь что, уничтожить тогда Сартану полностью, да? Никто никогда не сказал моему мужу, что он в Западной Украине. Были братья и сестры. А теперь моего сына призовут, и он будет своего брата убивать, скажите. А? Я смотрю ночами. Такое нету. Так я за себя не переживаю, я переживаю за молодежь, и молодежь не прожила. Как это так можно? Скажите мне, пожалуйста. Сколько можно терпеть? Кого мы охраняем? Толоковку, Павлополь, Сартану можно бомбить. Так пусть Хатлубей придет и подставит свою спину. Как это так? Что это такое? Неужели нельзя это остановить? Работала и в заводе, у меня стаж 50 лет. Работала в заводе, такого не было. Мне никто не сказал, гречка ты или кто. А теперь, значит, греков надо убивать. Так тоже же нельзя. Вы понимаете, честно я вам говорю. Вот субботы, прошлые субботы, каждый день стреляют. Каждый божий день и ночью. Ни сна, ничего, только на таблетках и сидишь. И все вот созваниваемся соседи, все старые. И я говорю, ну хрен с ними, если меня убьет. А молодежь? Что, надо уничтожить полностью? С каким трудом это все строилось, а? А теперь можно валять?